Меня зовут Всеволод Шаевич Брусиловский. Я родной брат Миши Брусиловского. Я узнал, что в Екатеринбурге должен демонстрироваться фильм о моем брате. Меня это очень радует. Мне дорого любое свидетельство о его жизни. Я знаю, что этот фильм был важным для Миши и всех родных. К сожалению, этот фильм оказался реквиемом, и нам, его родным, хотелось бы, чтобы его увидело как можно больше людей. Очень хотелось бы, чтобы его увидели жители его любимого города Екатеринбурга.